раздают, а нам, гражданам этой страны, которые имеют в собственности землю и не иметь права на ней построить и вести бизнес так, как ты хочешь. Не нарушены ни экологические нормы, ни какие другие сантехнические нормы. Все в порядке. Но кому-то что-то не нравится. И это правильно, не нравится. Кому не нравится? Крупным нашим этим гигантам, Унистрою, там, другим, которые строят там 15-20-этажные дома рядышком. Вот у них все нормально, у них и землю не отбирают, у них и земля, оказывается, переведена. Она у них, оказывается, все в порядке. А вот малые компании, которые дают вместо 4 миллионов за 2 миллиона такую квартиру человеку, они, оказывается, кому-то что-то не отстегнули. Меня того чиновника убрали, уволили за то, что он неправильно сделал. Но... Сдерживайте и объединяйтесь вместе с нами. Жилье. То есть можно строить в зоне Ж3, где можно построить 7-этажный дом. Мы едины, мы непобедимы. Давайте бороться за свое жилье. Если надо, ляжем под гусеницы вместе с детьми. Нам жить негде. Мы будем, пусть нас похоронят там под этими развалинами. Но мы не дадим свой дом. Мы там живем уже, живем. Нельзя жилые дома разрушать. Это фашизм, это как Великую Отечественную войну. Мы уже больные все становимся в борьбе с властью. С документами у нас все в порядке, потому что к юристам мы обращались. Земля используется по назначению. Можно строить такие дома на этой земле. В 3 месяца в жилой дом приезжает. Выключает.